Рядом со мной стоит Владимир Тихонов, компания «Стратегия здоровья». Владимира вчера наградили за инновационный продукт золотой медалью на выставке «Прод-экспо». Владимир, скажите, пожалуйста, что такое за инновационный продукт вы создали? Мы сделали первый в мире продукт из зародышей пшеницы, снеки зародышей пшеницы, которые, надеюсь, позволят заработать ритейлу на ЗОЖ-полке, увеличить доходы как минимум. Дело в том, что сейчас из снеков самые популярные сухарики и чипсы. Все знают, что желательно что-то более полезное. Мы сделали высокобелковый продукт, который можно заменить завтрак, обед или ужин. Как минимум один раз в день, пол пакетика достаточно, чтобы наесться. За счет высокоусвояемого белка и пищевых волокон, инулина и цикория, насыщение наступает буквально там через 10 минут, пока вот вы его едите, с чем угодно, с чаем, залить теплым молоком, чем угодно. Главное, что мы хотим сказать с этим. Ребята, мы только выходим на рынок. Вот первые шаги, мы первой партии выпустили в январе. На зеленой неделе в Германии это произвело фурор. Ничего подобного нет в мире и в Европе. Заросшие пшеницы и очень капризный продукт. Нам удалось сделать вкусный зародыш пшеницы, с которым мы можем стать на полку в ваших магазинах. Мечтаем об этом. А также готовы на СТМ, потому что подобные технологии мы защищены от конкуренции. Используются специфические вакуумные технологии, которые позволяют увеличить срок годности зародышей пшеницы и сделать продукт вкусным, раскрыть зародыш. Я думаю, что ваша продукция не только попадет на прилавки крупных ритейл-сетей в России, но и, в принципе, вытеснит, надеюсь, чипсы и попкорн. Мы не мечтаем вытеснить, мы хотим дать альтернативу, которая, когда у покупателя есть выбор, он может переключиться, у него есть альтернатива. Это наиболее полезный и вкусный снэк, который мы могли вообще придумать. 6 вкусов. Мы получили золотую медаль за спирулину. Продуктов из спирулины вообще нет на рынке. Но у нас по нашим первичным продажам прям вот зашел, как, не знаете, как наркота, зашла томатный вкус. Мужчины просто один раз попробовав томат, просто уже не могут оторваться. Кроме этого, у нас карри очень полезная, стандартизованная по куркуминоидам, по сути, как биологически активная добавка. Плюс 2 сладких для тех, кто любит сладенькое. Шоколадный из очень хорошего какао-порошка из Колумбии. Из сладких бисквит с корицей. Это для тех, кто любит сладенькое. 6 вкусов. Что-то точно приживется на полке. Начинать я рекомендую с 2 соленых, 2-3 соленых вкусов. Так? Если это идет, начинайте расширять ассортимент. Так? Мы что хотим предложить сетям? Мы под ваши заказы можем упаковать его несколько в другую упаковку. Например, сделать в форме завтраков. А именно такой плошки пластмассовой. Сейчас мы разрабатываем урбичи, зародышевые пасты. Так? То есть это ниша, которой из зародышевой пшеницы никто в мире не работает. Он очень капризный продукт. Сейчас как раз-таки вот благодаря таким инновационным разработкам здоровое питание становится реальностью. Владимир, спасибо вам огромное. И еще раз поздравляю. Надеюсь, что вы распробуете и... Надеюсь, что вы все, кто смотрит, захочет попробовать. И надеюсь, вы все сможете на этом продукте заработать. Рекомендуемая розничная цена 120-150 рублей. Маржинальность около 50%.